Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас представлен к обзору караван Avandale Dart 510/5. Данный караван у нас 2001 года выпуска. Находится на площадке по адресу Псков Николая Васильева 82А. Стоимость данного каравана 632 тысячи рублей. Это караван на две стороны с полноценным 5-местным размещением. Караван оснащен бойлером проточного типа Carver на 5 литров, отопителем Carver. На караване установлена установка Mover Power Touch. Такой вот замечательный авандальчик к нам пришел. Итак, по нашей традиции начнем со сцепной головки. Это алка с трещоткой компенсатора. Используются две агрегатные розетки 7,6 пинов. Все это может быть объединено в одну 13-пиновую. По 13-пиновой розетке, кроме габаритов стопов и поворотников указателей, еще может работать холодильник от 12 вольт в пути, плюс заряжаться собственный аккумулятор. Как вы, если кто смотрит, знает, что британские караваны уже оснащены собственным аккумулятором и могут быть эксплуатированы от 12 вольт. То есть это более такой автономный караван, нежели чем европейские аналоги. Итак, закладная палатка может быть установлена с любой из сторон в данном караване. Закладная, вот она, кроме расширителей, вся в полном порядке. По правой стороне у нас находится кассета от туалета. В данном караване санузел совмещенный. Вот она кассета, кассета Tedford 15 литров. Далее компоновка маленького, очень маленького багажника обусловлена тем, что Avandale в основном газовые баллоны ставят над осью. Здесь есть место для двух газовых баллонов, и здесь надо будет только замена газового редуктора. Здесь кому какая нравится. Если вы используете композитные баллоны, то можно поставить редуктор для композитных баллонов. Его стоимость там до 700 рублей. Если пропановые баллоны просто красные, наши советские, там до 12 литров, то стоимость редуктора варьируется до 350 рублей. Здесь у нас приточная, точная часть по работе газовой части бойлера, место подключения насоса помпы и бокс для установки аккумулятора и место подключения 220 вольт. Так, фасад у нас с окошком, безусловно. Здесь караван на две стороны. Зайдем внутрь, поймете почему. Там необходимо окно. Так, закладная для тента палатки со стороны входа слева по ходу движения также в прекрасном состоянии. Караван оснащен холодильником Electrolux на 104 литра. Ну, давайте посмотрим внутри на Avandale. Ну, вот смотрите, классика жанра, да? 5,5 метров. Модуль на 2.10, то есть в передней части каравана расположился вот такой шикарнейший диван. Диван может быть использован как отдельные спальные места, так и разбираться в большую полутораспальную кровать. Если мало полутораспальной, тумба вот эта, она снимается. Для тех, кто смотрит впервые, для тех, кто смотрит впервые, место под вот эту тумбу нету, кроме как вот ее штатное место. То есть либо вы ее оставляете на где-то на стационаре дома, либо она занимает свое должное место. Повторюсь, какого-либо другого места для тумбы не предусмотрено. То есть если у нас отсюда одной рукой все это дело неудобно, вылезает ролета для того, чтобы организовать спальные места, то тумбу ниже, к сожалению, не поставишь. Но думаю, что и полутора спалки здесь вполне себе достаточно. Так, опять же, что касаемо планировки. Сзади у нас вот такой вот небольшой L-диванчик расположился. Стол съемный. Все это дело также разбирается в спальное место. Вот она достается, но не буду дальше стола. И верхний ярус, вот он у нас расположен. То есть
вот эта часть, она опускается до вот этих специальных стопоров. И здесь мы имеем второй ярус. Если нет необходимости в данном спальном месте, то здесь вполне себе приличная обеденная зона. Там, образно говоря, расстелили в передней части каравана полноценную кровать. Здесь используйте как обеденную зону. Ну, или здесь используется как, как сказать, там микрокомната для детей, может быть, потому что, если вы можете заметить, то не на всю ширину. Здесь 1,85 м спальное место получается, а у верхнего яруса 2. Ну, то есть по всей ширине, повторюсь, вот эта часть, вот она у нас есть, она вынимается. Одной рукой, к сожалению, это все очень тяжело делать, ничего не буду отрывать. И ставится вторым ярусом, то есть сзади 2 плюс 1 место, и в передней части также 2 плюс 1, если с маленьким ребенком здесь вполне себе хватит места. Так, караван оснащен проточным бойлером Carver, там у нас в передней части электронный блок управления мувером, и здесь понижающие блоки для входящего электричества. Для тех, кто смотрит впервые, опять рассказываем. При входящих 220 вольт в караван, в первую очередь, они прямые потребители 220 вольт, это если есть возможность работы бойлера 220, то это раз, два — это отопление, и три — это работа холодильника от 220. Все остальное — освещение, работа насоса, помпа и всяческих остальных аксессуаров — они идут от 12 вольт. Так, раз заговорили о холодильнике. Холодильник Electrolux, маленькая морозильная камера, 104 литра, работа от электричества и от газа. Насос, помпа по традиции находится в раковине. Здесь же у нас находится пульт от Movera Power Touch, которым оснащен данный караван. Четырехкомфорочная газовая плита. Здесь такая интересная вариация. То есть здесь и гриль, и духовка. И вот эта дверка, она вот так вот определенной манипуляции. Вот так вот. То есть это как верхний ярус для гриля. И полностью закрывается для работы духового шкафа. Хотелось бы отметить, что собственникам, судя по всему, не так давно заменены абсолютно все москитные пакеты, то есть все москитные шторки, москитные ленты и фольгированные, экранированные шторы, защищающие караван от солнца. Они все очень уж свежие. Я думаю, что это, скорее всего, он все новое стоит, потому что невозможно так сохранить обивки. У каравана обивки диванов, весь вот этот интерьерный бархат или там флок, я не знаю, что это за ткань точно, но больше похоже на какой-то флок такой. Она, конечно, сохранена вся в оригинале, то есть хороший собственник, никакого тут прокатом никаким тут и не пахнет, как очень многие хотят найти прокатный дом. Нет, это дом от собственника, это об этом говорит очень большой ряд деталей, который нам уже, в принципе, достаточно легко и быстро определить. Безусловно, санузел в данном караване будет комбинированный, но достаточно большой. То есть достаточно большой поддон. Поддон у нас без трещин, без сколов. Сливная у нас есть такая, прям такое ощущение, что на улицу, а не в серый слив. Вот, но ладно, эксперимент покажет. Унитаз Тетфорд, унитаз поворотный, леечка, душа, все есть. Можно зашторить унитаз для того, чтобы принять душ и его не замочить. Отдельно стоящий смеситель, раковины и всяческие ящики для туалетных принадлежностей также присутствуют. Свет включается по принципу красной шапочки. Вот абсолютно во всех, что в 2020 году, что, по-моему, до нашей эры, вот этими все пользуются шнурочками. Итак, подытожим наш сегодняшний видеообзор. Караван Avondale Dart 510/5, 2001 год.
стоимостью 632 тысячи рублей. Замечательный караван с установкой мувера, достаточно свежим салоном и интерьером. Смотрите нас в инстаграме у Юрия, авточойс Псков, у него первые разгрузки и так далее. То есть у него самая такая горячая информация. На сайте autochoicepskov.ru вы уже найдете более подробную информацию о том, что в продаже, что столько стоит и забронировано это кем-нибудь или нет. Ну и также любой, в принципе, любой когда-либо находящийся караван, вы можете посмотреть обзор на нашем канале на YouTube. Ну, вот одна небольшая к вам просьба, смотрите дату. Там у нас люди звонят и говорят там вещи, которые там 5 лет назад, образно говоря, но, к сожалению, ни курс, ни ситуация со всей этой логистикой не позволит нам найти караваны по ценам 5-летней давности. Так, ну, благодарю вас за внимание. Я думаю, что завтра, наверное, обзоров не будет. Будут послезавтра, пришел там свеженький Белли, выполненный по технологии Alutech. Так что, если кому-то интересно, в инстаграме Юрия он уже выложен. Сейчас я вам покажу. Вот там вот он за монархом стоит. Это Белли Alutech. Так что, по-моему, 17-го года он. Ну и более подробная информация в пятницу. Благодарю вас за ваше внимание. До новых обзоров и до новых встреч.